Какие у вас какие-то вопросы в доме? Меня? Соседи? Не шумят? Нет, у нас соседи так хорошие, нет, не шумят. А мошенничество учтивщицы слышали? Сейчас очень... Сейчас поступают телефонные звонки. Местной участковой полиции в Кировском районе Самара Олег Романов свою территорию обходит несколько раз в день. От его внимательного взгляда не ускользает ни одна криминальная деталь. Каждого местного жителя он знает поименно. На участке их более 3000, и каждому находит подход. Наверное, поэтому в его микрорайоне все спокойно. Ведь главный девиз капитана – легче и лучше предотвратить преступление, чем его раскрывать. Я стараюсь его воспитывать. Конечно, что обращаетесь? Участковый пункт, вы знаете где, да? Местные жители своего справедливого шерифа, как они его по-доброму называют, знают хорошо и доверяют ему. Они обращаются к уполномоченному с вопросами, связанными с бытовыми и семейными конфликтами, воровством, драками, шумными соседями. И Олег Романов умеет проанализировать обстановку и дает ответ на любой вопрос. Так как участковое слово «участие», то есть мы именно те сотрудники, которые принимают участие в жизни людей, охраняя порядок, умение выслушать человека и понять его проблемы, отнестись к его проблеме как к своей. Олег Романов служит участковым 3-й год и за это время впервые решил участвовать в конкурсе. Второй региональный заключительный этап народного участкового уже стартовал. Финалисты и победители станут известны 16 октября. Выбрать победителя, который поедет на всероссийский финал, может каждый житель губернии. Нужно только зайти на сайт МВД области и проголосовать за народного участкового. Сергей Кизоркин, «События».